Внимание, внимание. Говорит и показывает Рязань. Говорит и показывает картодром Атрон. Мы ведем онлайн-трансляцию на сайте kartingrf.ru о соревнованиях заключительного дня, очередного этапа, третьего-четвертого этапа чемпионата и первенства Российской Федерации по картингу 2016 года. Сейчас на ваших мониторах наши Grid Girls, обаятельная, красивая группа поддержки участников второго финального заезда в классе мини. Друзья, 14 часов 20 минут по московскому времени начинается вторая серия финальных заездов. И сейчас на ваших экранах 32 номер. Это Тимофей Дегтярев, город Москва. Стартовый номер 33. Владислав Забудько, еще один представитель Белокаменной. На стартовой решетке под 15 номером Максим Орлов, город Москва. Стартовый номер 54 – это Олег Каменев. Возвращаемся к самому началу, и я представлю вам участников второго финального заезда в классе мини. Дамы и господа, уважаемые любители и поклонники картинга, на ваших мониторах стартовый номер 6. Дмитрий Игнатов, город Москва, представитель команды «Серебряный дождь». Он будет стартовать с full position с первой линии стартовой решетки. Рядом с ним под номером 88 Андрей Тупынин, город Братск, представитель команды «Прима Райзер». Уважаемые спортсмены, хотелось бы видеть ваши лица на стартовой решетке. Вот сейчас я вижу 17 номер. Это Иван Александров из Выборга. Иван Александров, представитель команды «Нева Карт». Рядом с ним на стартовой решетке под номером 8 Глеб Максюта, город Краснодар, команда «Брик Тим». Глебушка, личико покажи людям, чтобы тебя видели, запомнили. Номер 32, номер 32, Тимофей Дегтярев, город Москва. Тимофей Дегтярев, ЦСКА «Купер». Рядом с ним на стартовой решетке под номером 54 Олег Каменев, Новосибирск, «Прима Рейсинг». На следующей линии стартовой решетки под номером 33 Владислав Забудько, Москва. Представитель команды «ДОСААФ». Я думаю, что Владислав себя проявит с самой лучшей стороны в этом заезде. Еще раз напоминаю вам, нас ожидает второй финальный заезд дистанции 8 кругов. Под номером 15 на стартовой решетке Максим Орлов, город Москва. Максим Орлов, стартовый номер 15. Максимка, желаем тебе удачи. Под номером 78. Под номером 78 на стартовой решетке Кирилл Поченков, Новосибирск. Кирилл Поченков, Новосибирск. Удачи и только удачи желаем мы юным участникам наших соревнований. Спрятавшись за забрало под номером 21, рядом с ним Олег Суворов, город Москва. Олег Суворов, еще один представитель команды ДОСААФ. Под номером 22 нас приветствует и машет нам ручкой никто иной, как Матвей Цветков, город Сочи. Матвей Цветков, BMS Racing. Рядом с ним на стартовой решетке под номером 48 Владимир Верхоланцев, город Пермь, Ни Рейсинг. Владимир Верхоланцев, стартовый номер 48. Продолжаем. Под номером 25 Ариэль Элькин, Симферополь, Small Kart Racing. Номер 77 Илья Бухарцев, Москва, Red Racing. Аплодисменты. Под номером 18 на стартовой решетке Александр Губенко, Москва. Александр, удачи и только удачи. Рядом с ним под номером 55 на стартовой решетке Валентин Туренков, Москва, Red Racing. На следующей линии стартовой решетки под номером 16 Тимофей Маруков, поселок Тельмана. Тимоша, давай, родной, поднажми. Сегодня ждем от тебя только удачного выступления. Под номером 34 рядом с ним Кирилл Куцков, Москва, Сокол Рейсинг. Под номером 39 на стартовой решетке Александр Плотников из Новосибирска, представитель команды Madcrock Russia. Под номером 14 на стартовой решетке Тигран Бунатян из Москвы, представитель команды Red Racing. И наше приветствие в адрес Тиграна.
Далее, под номером 99, Федор Пиратов, Москва. Аплодисменты, товарищи. Рядом с ним на стартовой решетке под номером 26, Илья Дунин, Батайск, Лемар Моторспорт. Мы приветствуем стартовый номер 24. Это Клементий Пискунов, город Владивосток, ЦСКА Купер. Рядом с ним на стартовой решетке под номером 27 Никита Коронатов, Санкт-Петербург, Альбатрос. На предпоследней линии стартовой решетки под номером 73 Андрей Вахонин, Москва. Приветствуем тебя, Андрюша. Рядом с ним под номером 30 на стартовой решетке Генрих Дюков, Ростов-на-Дону, Лемар Моторспорт. Генрих, удачи. И замыкает состав участников второго финального заезда номер 31. Илья Попелыш, Красногорск, спортивно-детско-юношеская техническая школа «Лукойл». Дамы и господа, мы готовимся к старту второго финального заезда в классе мини. Первенство России, четвертый этап. И я думаю, что нас ожидает интересное, захватывающее зрелище на дистанции 8 кругов. Это очень мало. 8 кругов – это практически ничто, поэтому дистанцию нужно преодолеть в настоящем боевом рабочем режиме. Желаем удачи и только удачи представителям класса мини. Сейчас болельщики, представители команд, родители волнуются, переживают, собрались на главной трибуне нашего картодрома. Еще раз напоминаю вам, мы проводим соревнования в Рязани на трассе картодрома «Атрон». Сегодня 10 июля 2016 года. И вот, пожалуйста, на ваших мониторах стартовый список участников этого заезда. Дмитрий Игнатов, Андрей Дубынин, Иван Александров, Глеб Максюта, Тимофей Дегтярев, Олег Каменев, Владислав Забудько, Максим Орлов, Кирилл Починков, Олег Суворов. Это первая десятка. И вслед за ними Матвей Цветков, Владимир Верхоланцев, Ариэль Элькин, Илья Бухарцев, Александр Губенко, Валентин Туренков, Тимофей Маруков, Кирилл Куцков, Александр Плотников, Тигран Бунатян на 20-й позиции. И вслед за ним Федор Пиратов, Илья Дунин, Клементий Пискунов, Никита Коронатов, Андрей Вахонин, Генрих Дюков, Илья Попелыш и Вячеслав Волосянкин. Готовимся, готовимся к старту интереснейшего заезда. Второй финальный заезд. Дистанция 8 кругов. Вчера, 9 июля, на трассе картодрома «Атрон» состоялись отборочные заезды и два финала среди самых юных участников наших соревнований в классе «Микро». Поэтому на сайте kartingrf.ru вы сможете увидеть как бы отчет о двух финальных заездах в борьбе за победу в классе «Микро». Ну а сейчас начинается формирование колонны участников второго финального заезда в классе мини. В две шеренги выстраиваются в районе пятого поста участники заезда. Желтыми флагами их приветствуют наши маршалы, судьи на дистанции. И готовимся к старту, дамы и господа. 10 июля 2016 года. Внимание! Нет старта, и таким образом вновь должна будет пройти процедура формирования стартовой колонны. Еще разочек со второй попытки попытаются сейчас спортсмены выстроиться в колонну в две шеренги и провести процедуру старта. Вот сейчас нужно замедляться и выстраиваться
в стартовый строй. Осторожней, товарищи, повнимательней, пожалуйста. Да, автоспортивное лето в самом разгаре. Во всех видах автомобильного спорта проходят этап за этапом. Спортсмены почувствовали вкус борьбы, уже знают, чего они должны достигнуть в этом сезоне, если еще не все потеряно. Итак, последние приготовления, последние мгновения перед стартом. Поехали! 8 кругов. 8 кругов должны преодолеть участники второго финального заезда в классе мини. Лидерство у Дмитрия Игнатова. Дмитрий Игнатов, стартовый номер 6, город Москва. Представитель команды «Серебряный дождь». Рядом с ним практически на дистанции атаки 17 номер Иван Александров из Выборга. И тут же прорыв один за другим происходит в середине пелетона. На ваших экранах сейчас был шикарный скоростной прорыв 54-го номера Олега Каменева. Ну а это у нас тройка лидеров. Дмитрий Игнатов. Вслед за ним Иван Александров. 88-й номер. Это Андрей Дубынин из Братска. Андрюша уже готов пойти в атаку, рвануть вперед на всех парусах. И смотрите, он проводит этот маневр. Старается сделать это аккуратненько, дабы не вылететь из трассы, тем более, что вылетов у нас вчера, особенно в отборочных заездах, хватало через край. И сейчас нам остается пожелать удачи, и только удачи участникам этого заезда. Крупным планом на ваших мониторах пара лидеров – это Игнатов и Александров, отстающий всего на 0,07 секунды от лидера. Но практически на заднем бампере сейчас повис у лидера заезда Иван Александров. Город Выборг. На втором круге участники заезда. На втором круге участники второго финального заезда в классе мини. И сейчас все внимание, конечно, будет приковано к лидерам. Вот они. Игнатов и Александров. Тем временем Поченков. Шикарный прорыв Поченкова. Кирилл Поченков, пилот из Новосибирска, прорывается вперед сразу на две позиции выше. И какая атака со стороны 33-го номера. Владислав Забудько, город Москва. Легко и непринужденно преодолел сопротивление Глеба Максюты из Краснодара. Вот сейчас эти парни на наших экранах. Но это не группа лидеров. Лидер у нас пока один, Дмитрий Игнатов. Дмитрий Игнатов, стартовый номер 6, Москва. Вот сейчас он появляется на ваших мониторах. На второй позиции Иван Александров. И вплотную на дистанции атаки 88-й номер. Андрей Дубынин из Братска. Лучшее время показал Олег Каменев. Да-да-да, дорогие друзья. На втором круге лучшее время прохождения дистанции показал Олег Каменев. Он сейчас на четвертой позиции и отстает от лидера почти на секунду. 92 сотых секунды он уступает Дмитрию Игнатову. И у нас смена лидера. 17-й номер. Иван Александров прорывается вперед, ведет за собой Андрея Дубынина. Дима Игнатов откатился на третью. Правда, сейчас тут же на вираже пробирается на вторую позицию, и таким образом лидером заезда становится Андрей Дубынин, город Братск, команда Prima Racing. Четверка лидеров отправляется на четвертый круг. Игнатов уступает Дубынину 0,07 секунды, 17 сотых отставание Каменева. Да-да-да, дорогие друзья, Олег Каменев, показавший на третьем круге опять лучшее время. 1 минута 5,13 секунды. 1 минута 5,13 секунды прорывается на третью позицию. Еще одна атака. Еще один красивый эпизод, друзья мои. 54-й номер Олег Каменев, город Новосибирск. Еще один представитель команды Prima Racing прорывается на вторую позицию. Какие интересные события происходят в головке пелетона. Вы обратили внимание? Эта четверка, я думаю, нас еще порадует. И подивимся мы мастерству этих бойцов. На первую позицию прорывается Каменев, друзья мои. 54-й номер. Олег Каменев на позиции лидера.
Отличная борьба. Красивая динамика. Вторую позицию занимает у нас никто иной, как Дмитрий Игнатов. Дмитрий Игнатов на позиции... До второй позиции в погоне за лидером. На третью сейчас выбирается Иван Александров. И только пока на четвертой позиции 88-й номер Андрей Дубынин. Это четверка лидеров. Красивый план, красивый ракурс. И пытается оторваться от своего соперника, основного Дмитрия Игнатова, лидер заезда Олег Каменев из Новосибирска. Тем временем время тает, стремительно тает. Туренков у нас порадовал своих болельщиков красивым прорывом на позицию выше. Москвич Валентин Туренков перебирается на одну позицию выше. Он представляет команду Red Racing. Ну а за первое место продолжается борьба тройки лидеров. И здесь еще не все сказано. Каменев, Игнатов, Александров, Дубынин, Максюта, Цветков, Дегтярев, Поченков, Орлов, Суворов, Бухарцев, Пираторов и Дюков. Генрих Дюков отстает от лидера на 5,25 секунды. Дмитрий Игнатов, шестой номер. Лучшее время на круге. 1 минута 5,8 секунды. 1 минута 5,8 секунды. Но он пока только на второй позиции. Здесь любой из представителей четверки лидеров способен вырваться вперед. Поэтому за два круга до финиша борьба, как говорится, только начинается. Каменев, Игнатов, Александров, Дубынин и Максюта. Глеб Максюта из Краснодара, замыкающий пятерку сильнейших. Глеб отстает на 2 секунды от лидера. На шестой позиции 32 номер Тимофей Дегтярев. Поченков поднялся на 7 позицию. Орлов прорвался на 8. И на 9 опустился 22 номер. Это Матвей Цветков, представитель Сочи. Каменев, Александров, Игнатов, Дубынин, Максюта и Дегтярев уже на предпоследнем 7-м круге. Лидеры гонки на предпоследнем 7-м круге. Удерживает лидерство Олег Каменев. Город Новосибирск. Прима Рейсинг. Его преследует Дмитрий Игнатов, представитель команды «Серебряный дождь». На третьей позиции под 17-м номером Иван Александров из Выборга. Да... Дмитрий Игнатов на второй позиции. Будет ли он рисковать? Пойдет ли он на финишном круге в атаку? Об этом узнаем совсем скоро. Мы готовимся проводить лидеров на финишный круг. И вот, пожалуйста, смена лидера. Красиво и непринужденно, очень спокойно и хладнокровно прорывается вперед Дмитрий Игнатов, возвращая себе позицию лидера. Едва не отодвинув на третью позицию Олега Каменева. Каменев пристраивается сзади. Он на второй позиции. И я уверен, сейчас будет предпринимать все возможное для того, чтобы прорваться вперед. Начинается самое интересное. Начинается жаркая схватка за первую позицию на финише. Дамы и господа, говорит и показывает Рязань. Говорит и показывает Картодоро Матрон. Сейчас самый принципиальный и тонкий момент в наших соревнованиях. Едва-едва не вылетел с трассы Олег Каменев, а у нас новый лидер. 88-й номер Андрей Дубынин, город Братск. Ай, красавчик! Андрей Дубынин, город Братск, Прима Рейсинг. На позиции лидера новый пилот, новый лидер, который сейчас выйдет на финишную прямую. Товарищи, нужно поаплодировать этой четверке. Они вели борьбу от первого круга до последнего. И сейчас еще не все решено в борьбе за третью позицию. Столкновение. Два пилота вылетают. Таким образом, на финише в борьбе за вторую-третью позицию у нас будут совсем другие. Поздравляем победителей! И все-таки, неужели Дмитрий Игнатов? Неужели все-таки Дмитрий Игнатов на последних метрах вырвал победу у Андрея Дубынина? Третьим финишировал Максюта, друзья мои. Вот это совершенно неожиданно. Глеб Максюта из Краснодара финишировал на третьей позиции. С чем мы его и поздравляем. Фантастическая борьба. Красивая, жесткая. Бескомпромиссная схватка во втором финальном заезде участников наших соревнований
классе мини. Первенство России по картингу. Класс мини. И вот, пожалуйста, таблица результатов заезда на ваших мониторах. Дмитрий Игнатов, Андрей Дубынин, Глеб Максюта, Иван Александров только четвертый, Тимофей Дегтярев замкнул пятерку лучших, Максим Орлов на шестой позиции, Кирилл Поченков седьмой, Матвей Цветков восьмой, Федор Пирадоров на девятой позиции, Генрих Дюков замкнул десятку лучших с отставанием более чем 5 секунд от лидера, от победителя. Ну а вслед за ними Олег Суворов, Олег Каменев. Олег Каменев только на 12-й позиции. Вы представляете? Вслед за ними 13-м финишировал Илья Бухарцев. Далее Александр Губенко, Илья Попелыш, Тигран Бунатян, Кирилл Куцков, Валентин Туренков, Владислав Забудько финишировал 19-м. 20-м добрался до финиша Ариэль Элькин, 25-й номер. Город Симферополь. Далее Тимофей Маруков, Никита Коронатов, Владимир Верхоланцев, Клементий Пискунов, Илья Дунин, Александр Плотников и, к сожалению, так и не добрались до финиша Андрей Вахонин и Вячеслав Волосянкин. Таким образом, из 28 стартовавших только 26 пилотов добрались до финиша. И вот, пожалуйста, 73-й номер. Андрей Вахонин оставил свою технику на газоне и крупным планом на ваших мониторах его карт. Итак, дорогие друзья, завершился второй финальный заезд в классе мини по расписанию в 14:50. У нас старт второго финального заезда в классе КФ Юниор. 15 кругов дистанции, 33 участника. Это будет интересно. Я думаю, это будет весьма увлекательно. Переведем дух и приготовимся к старту следующего заезда. Второй финальный заезд класс КФ Юниор.